Ну вот и первая поклевка. Пару забросов. Уже кто-то соблазнился. Осень есть осень. Кто тут? Щупачок. Щупачок. Сейчас мы его причалим. Промахнулся. Опа. Ну, бодрый еще. Что ж ты, дружок? Нет, не промахнулся. Есть неплохой за 50. Не промахнулась. Взяла, как книжка пишет. На передний крючок. Лето щука отдыхала, плохо брала, а сейчас, пожалуйста, разгулялась. Буквально 2-3 заброса, поклевка. Только приехал, немножко проспал. Да, 59. Пусть будет 59, 60. Нормальный щупачок. Но самец, походу, такая прогонистая. Клюнул опять какой-то малыш. Ну, отцепляйся. Не хочет. Ну что ж ты, береги жабры. Тихо, тихо, не рвись. Не рвись, дурачок. Как тебя, блин, отцепить с наименьшим ущербом? Что ж ты так неаккуратненько за жабры?
Блин, за крышку. Все. Тихо, 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 тихо. Опа. Пошел. Ну, еще что взяла. Посмотрим сейчас. Щучка приличная. Опа. О, блин. Хорошая. Эх, сошла. Сошла. Значит, не судьба. Ну-ка. Иди сюда. За подбородок. Сорок шесть. Небольшая щучка. Плотненькая. Пусть гуляет. Одну взял сегодня. Одна сошла. Мелкие попадались. Пора закругляться. Кину еще пару раз домой.